курочку эту положи. Помничим, хорошо, у тебя там гнездышко, да, положи курочку. Положи дочку. Стойте, сыночку, положи сыночку. Положи. Вытяжи, да, положи, положи. Ну, положи, и все. Да, тут не надо, не надо ходить ребенку. Кто ты с ним ходишь? Ты положи его туда, в гнездышко. Может быть, Саенко или кто-то другой, кто был бы играл бы в помощь. Что ты хочешь? Сейчас придется играть с греками. Что ты хочешь? Отдать папе? У папы нянчил? Нет, тогда положи туда. Но все-таки здесь нужно использовать, может, два нападающих. Да, вот здесь положи. Да. Уровень достаточно хороший. Ну, вот, поправь так, поправь, да. Вот так, да. Второго нападающего. Ну, молодец. Сыграть и